Интересный человек. Интересный. Я студентам, преподавая в университетах, отвечал на тысячи вопросов, а у меня к вам только один вопрос. Слушай. Есть ли у вас скайп? Скайп есть. Должен быть, скачать надо. Если скайпа нету, его за 5 минут школьники устанавливают. Если вы заряете 2 слова в скайпе, Игнатий Лапкин, это я, и дадите звонок, мы друг друга уже не потеряем. А чтобы у вас было ко мне доверие, зарядите Википедия. Так. Пиши Википедия, напиши. Википедия и Игнатий Лапкин. И вы узнаете, кто я. Моя биография одна на весь интернет такая. Игнатий Лапкин. О, да. Да, теперь читай по порядку. Родился, и дальше говорится, кто я. И там все документировано. Там около 40 документов. Ух ты. Да, читай, кто я. Игнатий Лапкин, 1939 года. Дальше, идешь, чуть пониже. Тюменский Алтайский край, СССР, рожденный... Ну, дальше читай, кто я. Церковный писатель. Чец, поэт. Ух ты! Ну вы впереди-то пропустили сколько? Ну я в целом вкратце прочел для себя, не вслух. Да дальше, впереди-то там написано кто? Проповедник, миссионер. Да, я читаю все. Ну и дальше читай. Сейчас, секундочку. Советский период начитал на распространение духовного правительства. Литература, а также художник. Нет, вы не то не считаете, куда-то полезли дальше. Там в специальности говорится. Советский диссидент. Это означает, советской власти не подчинялись. Она нас гнобила по тюрьмам. А теперь я реабилитирован как жертву политических репрессий. Вот если вы... Тягаться с вами, с своим умственным... Если вы в скайпе... В скайпе, когда зайдете, в скайпе, Игнатий Лапкин. А у вас телеграм есть, телеграм-канал. У меня все есть, телеграм не надо, только в скайпе. Скайп, Игнатий Лапкин. И я вам скину ресурсы свои, самые большие на весь интернет, в течение 3 минут. У меня 3 канала. На одном канале только 23 тысячи своих роликов, 83 миллиона просмотров. Ух ты! Это все вам отдаю даром. Зайдите по скайпу, и мы там можем встречаться каждый день. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. Сейчас я скачаю скайп. Скайп, звонок Игнатий Лапкин и звоночек. Все, мы друг друга уже не потеряем. Вы можете задавать вопросы любые, приходить с друзьями, с родными. Хорошо, все понял. Вы получите ответ по 5 параметрам. Такого нигде в мире нет больше. Давай, заходи. Сейчас, я скачиваю. Давай. Скайп, Игнатий Лапкин. Я там могу скидывать терабайты. Вы увидите, какие у нас юноши, девицы, как у нас одеты люди. 2 платка, как хиджаб, и платье в пол. Дарья, телефон дай мой. И вы увидите это все. Так, сейчас, секундочку. Как только звонок дадите, из рулетки выходите, потому что 2 канала система не может протянуть. А вы сейчас стрим ведете, да? Ничего я не веду. Я с вами разговариваю. Тут сейчас регистрация нужна, секундочку. Ну все понятно. Скайп, Игнатий Лапкин. Тут все, больше ничего не надо. Да, я понял. Тем более вы. Если хотите, можете переключиться, я вам потом позвоню. Давайте. Скайп, Игнатий Лапкин, звонок будет, я вам сразу скидываю все материалы. Там ответ на 1000 вопросов. Отдельно 55 папок, одна посвящена мусульманству. Я понял, спасибо. Очень интересно будет почитать. Заходите. Узнать о вас больше. С Богом. С Богом.